последний обед в полюбившемся нам ресторанчике Фланч. Прощали танцевать. Через полчаса уже поедем в аэропорт. Что это? Что это такое дрела? Картошка какая-то, видите, там. Потому что это рыба. Ну что-то мясное должно быть. Я вон такую ногу себе взял. Дичь. Ну не знаю, что это. Ну тоже не знаю. Ну ешь, раз купила. Рыбная. Какой-то суфлей. Надо покушать. Значит, курица. Ну, курица, да? Цыпленок. У меня, значит, в супруге это рыбное, я не знаю, рулетик, десерт, гарниры безлимитные, я себе еще вина взял. И в итоге все про все вышло меньше 20 евро. В пересчете на наши это меньше, ну сколько, меньше, чем 800 рублей на человека. 800 рублей на человека, где можно в Кургане покушать нормально. Так что подписывайтесь на канал, ставим лайки и голосуем за открытие ресторана Фланч в Кургане. Сходил за добавочкой. Чуп-чуп. Ну а что, впереди сутки пути до Кургана. Надо накушаться нормально, чтобы голод не остался. Привет, малыш! Привет! Тебе нравится мышка? Да. Она к тебе откуда приехала, знаешь? Да. Откуда? Скажи, с Парижа. Из Диснейленда она к тебе приехала, мышка Пи-Пи. Да. Че, она спать легла? Она в этом пакете живет. Она в этом пакетике живет? Да, она из него вылезла. Но она теперь будет жить с собой. Какая? Девочка еще нам принесли. С длинными волосиками. Смотри, да? Да. А это кто? Рапунцель? Рапунцель. Иди внимашки делай. Иди внимашки делай. Скажу, упал. А это смотри, Настя. Знаешь, что мама купила? Что? Вздумала из Парижа тащить. Сделано в Италии. Торт рождественский. Кекс. Ага, это стульчик. Маша, скажи, это стульчик. Да? Да. Это барабан. Я скажи, пока это, пока Рождество не наступило, это будет барабан. Давай,